каждый день я стараюсь находить что-то, за что могу быть благодарен. Это может быть что угодно – улыбка прохожего, чашка любимого кофе или просто солнечный день. Когда я фокусируюсь на этих мелочах, жизнь начинает казаться ярче. Благодарность – это не просто слово, это мощный инструмент, который помогает мне замечать хорошее вокруг. Я заметил, что чем больше я благодарен, тем легче мне справляться с трудностями. Вместо того, чтобы зацикливаться на проблемах, я начинаю видеть возможности. Это как переключение на позитивный канал в жизни. Каждый день я записываю 3 вещи, за которые благодарен, и это меняет мое восприятие. Я чувствую, как растет моя мотивация двигаться вперед, и жизнь становится более насыщенной и интересной.